Блять, нахуй второй раз смотрю. Да блять! Ага. Блять, ебать, дом у нас хороший так-то. Не знаю, я бы на месте бати бы вообще не жаловался. Охуенный дом. Энтони, где тебя носит? Да иду, иду, сейчас. Энтони, куда ты провалился? Энтони, это уже не смешно! Энтони, если ты мне сейчас не ответишь... Ой. Ты прав насчет моей семьи. Согласна. Таня! Ой, бля! Что такое? Мерзавка меня закрыла! А тут не жарко! А зачем она с этой... с биркой? О, Чаки! Зачем сейчас она с биркой? Открою, я что, не запомнил, как ее зовут, блядь? Минуту! Пизда, блядь! Ой, бля! Чёрт! Мега! Ты там? Сука, он в такт музыки. Тут он, блядь. На кухне пожар! Ты серьезно, что ли? О, Ней. Меган! О, все, бабе. Надо было сразу, блядь, идти на уль наверх. Кто знал-то нахуй? Ты куда все делись? Энтони, спаси! Эй! Энтони! Эй! Наверху! Какого хера ты там делаешь? На чердаке застрял! Лезь на балкон! Энтони, где ты? Все, пиздец. Ну выбей ты дверь, ёбаный нахуй. Папа! Мама! Папа! Я не могу дышать! Ползи, блядь! Всё, смэр! Ой, бля! Помогите! Блядь! Бля, ему руку сломало. Все заруинило, походу, опять. Помощь! Нет, Меган, она с призраком дружит. Пошла нахуй. Дружит с призраком, пошла нахуй. Вот, поглисти вот этой, слезай. Слезь по трубе. Попробуй слезть по водосточной трубе. Давай, у тебя получится. Я тебя поймаю. Только не наебнись, блядь, дура. Скользкий желоб, я предупреждал. Что-то я не так делаю, по-моему, в этой игре, я не знаю. Ой-ой-ой, лови его, лови! Ой.
Вот это мастхэ! Что ты сделал? Мама! Хватит! А ты, это... ты что, ебанат? О нет, мой дом. Я, блядь, а что нахуй он пошел внутрь, идиот, блядь? Все, конец игры? Получено достижение так много смертей. А что, все, блядь, что за хуйня? Что за хуйня, блядь? О, это я. Хэлла, ой, блядь. Hello, girls. Это я, блядь. Девочку не спас, а разгорела на моих глазах. Девочка умерла, девочка сгорела, мама задохнулась и батя сдох. Все умерли, ура, ура. Победа! Компас показывает, кто лох. Это Кукурус Клан, блядь, осуждаю вас. Я всех убил! На-на-на. Да, это я, дед. Да. Добро пожаловать в игру. А, здравствуйте, дед, я вас видел. Я вас видел в начале игры. Это вы? Да, привет. Приветствую. Привет. Мы ведь с вами раньше не встречались? Вряд ли. Неважно. Добро пожаловать в хранилище. Я хранитель. А мне похуй. Страж всех этих прекрасных историй. Угу. И у меня есть особый рассказ именно для вас. Сас. Мне эта история не надо, мне не нужны бюллетени, я вообще домой хочу, блядь. Мне сказали, пойдем в библиотеку всем классам, я не хочу, блядь. В натуре топа, блядь, новый видос снимает. Волнительно, нет? Нет. Уверен, беспокоиться не о чем. Эта история пока не завершена. Написано не до конца. Угу. И ваше решение ее закончит. Понял. Пожар? Нет, на него вы не могли повлиять. А, то есть я не заруинил? Что случилось, случилось. Ну да. Или нет? Или да. Думаю, лучше смотреть в будущее. Согласен, похуй. Там девочка жизнь сгорела. Жизнь только тень минутная, да? Да. Сейчас вы посетите... непонятный, может, тревожный мир. Угу. Насколько тревожный, зависит от того, во что вы поверите. А насколько непонятный, от выбранного вами пути. Понял. Есть бесчисленное множество направлений, по которым можно пойти. Понял, хорошо. Мы редко обладаем всей информацией, но мы должны делать выбор и надеяться достичь ясности. Ну и желаемого результата. А если я хочу, чтобы Меган сдохла? Как и в жизни, ваши решения важны. А если я хочу... Ваш выбор затронет судьбы других. А если я хочу, чтобы... Вы видели начало истории. А если я хочу, чтобы девочка умерла? Так много смертей. Сколько их еще будет, зависит от вас. От решений, которые вы примете. Вам ближе рацио, эмоции... Слушаете разум или сердце? Сердцем. Верного ответа нет. Иногда лучше одно, иногда другое. Угу.
позвольте дать вам один совет. Не надо. Всего превыше верен. Будь себе. Да, я знаю это, я знаю. Да, воняет, согласен. Но я здесь, чтобы фиксировать ваши действия, а не помогать вам. Я ведь не должен вмешиваться. Не хотелось бы. Не мое дело. Очевидно. Но мне позволено делиться с вами мудрыми изречениями великих рассказчиков прошлого, если я посчитаю это уместным. Да, и еще кое-что напоследок. В Little Hope есть картины, которые показывают возможное будущее, то, что произойдет, или же нет. Ищите. Они могут помочь. Кто они? Я прослушал все. Можешь заново? Вам пора на похороны. Чего? Идите. Счастливо. Давай. Я так люблю похороны. Сука. Я так люблю похороны. Раплан ебало. Да-да-да. А это я, кстати, их всех убил. Ну, как бы я не специально, конечно. Но я приложил свою руку, скажем так. Съебись! Брысь, блядь! Никто из собравшихся не знает, почему произошел этот несчастный случай. Но мы можем утешить себя мыслью, что семья теперь вместе. Навеки. В любящих объятиях Бога. О, Майлз Моралес! Ебать, тут мультивселенная, прикольно. Что-то приближается. Блять. Оглушило. Ведь бы в нас молния ёбнула, пока мы там стояли. О! А, это пацан, блять, я подумал, это все, забейте. Эндрю, 18 лет. Студент колледжа. Тревога, отстраненность. Что происходит, блять? А, мы упали на самолете? Тейлор, 22 года, студент колледжа. Упрямство, чувствительность. Это девочка? Джон. О, это из Dead by Daylight, чувак. 43 года, профессор колледжа, рациональность, властность. Где Дэниел? Я не вижу его. Не знаю. Не знаю. Может, поможете? Хватит дурака валять. Так, я кто? Я Трейлор? Блять, я забыл. Тейлор. Чего вы от меня хотите? Позвоните. А, я могу взаимоотношения делать. Блять, я с Джоном взаимоотношения залагал. Ладно. Я уже пыталась, но... Ладно. Особенности персонажа можно посмотреть в экране коллекции. Я понял. Хорошо. Эндрю, дружище, как вы? Я где Эндрю. Мы? Что случилось? Автобус разбился, но все целы. А, вот где мы, я понял. Когда понятно. Автобус разбился. Понял. Я никакой аварии не помню. Похоже, вы в шоке. Еще и сотрясение может быть. Вам надо прийти в себя. Не двигайтесь. Сидите. Вот дерьмо. Вот бесполезная iPhone, дрянь. Кусок говна. Так, успокойтесь. Мы что-нибудь придумаем. Опа. Кто-то жив еще. Че за чел? Дэн. 20 лет. Студент колледжа. Добродушие, защита. О, вот это крутой чел. Где телефон? У нее мой телефон, она спиздила, блядь. О, кто-то с Мэр. Анжела, 48 лет, взрослая студентка. Что? Ну, пока никто не видит, можно устроить... Эй, есть там кто? Эй, Дэниел, это вы? Джон, как хорошо. Дэниел!
Как хорошо, уже началось, блядь. Тейлор, ты в норме? В норме! И мы, кстати, тоже целы. Ну, как вы там? Сойдет! Ничего криминального! Эй, че? Джон, знаете, почему мы разбились? Не точно. Похоже, водитель пытался объехать что-то на дороге. Кстати, он с вами? Нет, не видели. Странно. Здесь его тоже нет. Можете сюда забраться? Подъем крутой. Спасибо. Но я вижу тут тропинку. Класс. Идите по ней. Выведет к дороге. Встретимся там. Окей. Хорошо. До встречи. Ну, сейчас пока я... Тейлор, помогите поднять Эндрю, пожалуйста. Стоп. Я ничего не помню. Кто вы? Не страшно. У вас сотрясение. Я Джон, ваш профессор в колледже. Мы ехали на экскурсию в автобусе, но вот не доехали. Аварий в программу не входит. Найдем остальных и помощь. Можете считать это упражнением на закалку характера. Нажмите нужную кнопку. Блять, ебаный нахуй. Образец командной работы. Мне снился сон. Такой реальный. Нас окружал огонь. Это я, вот этот чел, видно, который видно, умер. Видно, ты нехило по башке огреб. Нихуя себе сон не приснился. Тропа, к которой пошли остальные, ведет на дорогу. Встретим их там. Почему не остаться? Нет. Просидим тут всю ночь. Лучше будет найти остальных и всем вместе пойти в город. Поищем там помощь. А где водитель? А где водитель? Должен уже вернуться. Он как раз поступил разумно. Пошел в город за помощью. Так, он взрослый. Выебываться на взрослых я не буду, потому что я пиздючка. Ты прав. Вы правы. Идем, я с вами. Я прав? Чем быстрее найдем. Нихуя помощь, ему нравится. Я прав. Вы сам собой кайфует, уебище. Я прав? Ох, я молодец. Тебя уебал, блядь. Так, я играю за денег, девочку, я понял. Используйте А, чтобы двигаться. А водитель хорош. Взял и свалил, а мы остались. Удержите шишку. Может, он не понимал? Шок у человека. Да похуй мы на водителя, пассажиры, боже. Мы его пассажиры, он за нас в ответе. Как это? Нахуй ты меня подрезаешь, идиот? Куда ты идешь? Ёбу дал, что ли? Что у тебя? Бля, пиздец, что за... Опачки, банка. Здесь может быть скрытая информация. Я ничего не вижу. Ни хрена себе. Что это? Как будто реквизит из дешевого ужастика. Так это банки ебаные, блядь. Вы почти угадали. Я читал про такое в книгах. Оно отгоняет отсюда злых духов. Кто, боже, банки с пивом? Это и впрямь ночь полная ужасов. Что за хуйня, блядь? Кто отгоняет? Я ни, блядь, нихуя не понял. Там снизу? Так а как посмотреть-то, блядь? А, вон какая-то хуйня снизу. Блядь, я не понимаю управление, блядь. А, во. В натуре какая-то хуйня лежит. Какие-то черепки, блядь. А то я смотрю на банки с пивом, а мне рассказывают какую-то хуйню. Чего рассказывают, непонятно. Все, пошли. Как бежать? А, блядь. О. Эй, Дэниел, ребят! Я не ребята. Ну как вы там внизу? Дорога тут отстойная. Я не ребята, ёпта. Тыкать будешь в матери за. Эта прогулка убила мне одежду. Это главная новость? Твоя одежда? Правда? Сарказмом, может. Да не, радость. Это дорогие шмотки. Эти шмотки, наверное, стоили больше, чем ты заработал в жизни. Понял, урод. Денег у меня хватает. Не беспокойся. Деньги. Вот что ее интересует. Эй. Ну да, что я такая. Что происходит? Ничего, просто пытаюсь их подбодрить. Дэниел, телефон при тебе? No!
Я пошел в душ сразу после стрельбы. Samsung Galaxy S9. Здесь так. Есть камера Bixby, которая по фотографии... Так, не понял, сейчас... А то на моем сигнала нет! Наверное, выпал при аварии. Мы тут на всю ночь? Блять, я бы телефон бы свой искал, наверное, дальше. До посинения. Пока. Я бы его не оставил. Так, короче, Тейлор моя, сразу говорю, если что. Опачки, а это что за хуйня? Курс изменен. Опять курс на девочку? Похоже, девочка следила за Тейлором и остальными. Понятненько. Так, ну курс на девочку берем. Что вы смотрите на меня? Пошли, блядь. Ля, какая это я, блядь. Ну-ка. Бля, нормальная такая. Потому что дора-дура, супер-дура, дора-дура. Welcome to Little Hope. Окей. Abandon. Little перечеркнуто, оставь надежду. Ага. Интересненько. А до этого была маленькая надежда. Вы о нем слышали? Little Hope. Нет. Нет, не думаю. Чего тебе такое ебало сложно? Вы должны знать о Little Hope. А где я могла о нем слышать? Где я должна была о нем слышать? Серьезно, это историческое место. Это очень любопытно. Откуда вы это знаете? Откуда вы все это знаете? Буду играть дурочку. Я ведь преподаватель, читаю книги, не то что вы. Нихуя ты выебываешься. Да вы прям Эйнштейн. Все ваши знания есть у меня в смартфоне. Вот только без сигнала они вам не доступны. Если он будет так пиздеть, я начну на него, ну, выебываться жестко. Если он будет, если ты слышишь, ты старый, если будешь так пиздеть, я на тебя выебываться начну, я тебе обещаю. И тогда, ну, тебе не сдобровать, я тебе, ну, отвечаю в натуре. Потому что будешь так, блядь, понты гнать, и я тебе, ну, я тебе, блядь, устрою. Хуел, блядь. Привет. Рад вас видеть. Наконец-то. Все в порядке? Да. Мы любовались видом. Ясно. Вы не особо торопились. Я волновалась. Ну, конечно. Что ты, блядь, выебываешь? Сука, что такие выебанные, блядь? На воротах дешевые. Цепь. Не пройти. Перелезь. Поищите. Может, мы сможем чем-то сломать ее? А нахуй меня за руку потрогал? Сработает? Ну, ломай. Готов? Я буду толкать отсюда. Готов. 3, 2, 1. Давай! Блять, вот ебанулся. Это я понимаю. А что так быстро время идет? А если бы я не успел? Что было бы, если бы я не успел, блядь? И что теперь? Бля, а давай не пропускать. Пойдем в город мне искать нравится, помощь. Блядь. Вы в курсе, где город? Да, мы рядом с Little Hope. Веселенькое название. Да. Не поверите, но у Little Hope и правда мрачная история. Бля, почему я играю за нее? Мне приходится подлизывать. А мне скучно, блядь, от твоих выебонских. Заткнись. Хватит, профессор. Нам не нужна история. Нам похуй, абсолютно. Здесь творились жуткие вещи. Много лет. Блядь, сука, мой дадыр, заткнись. О чем вам не терпится рассказать? Слушай, а ты начинаешь меня раздражать. Почему я? О, ты... это еще ерунда. Продолжать? Все, блядь, вам, я объявляю вам войну. Немного манер. Это просто. Охренеть. И по пути ты обливала Тейлор грязью. Что она говорила? А ты всегда за спину парня прячешься? А ты что пиздишь? Попробуй сейчас, сама жаба. За себя постоять. Ну, я сейчас о тебе, блядь, это... Я не собираюсь с тобой спорить, шлюха. Я не собираюсь с тобой больше спорить. Может, хватит? Нам тут и без тебя проблем хватает. Чё я, блядь? Что ты лезешь не в свои дела? Мы только зря теряем время. Может, пойдем, пожалуйста? Всё, думаешь, блядь. Это хороший план? Идти в город? Почему нет? Я знаю, конечно, уже согласилась, но что-то не уверена. Что предлагаешь? Может, вернешься со мной к автобусу? Окей. А зачем? Я настаиваю, что разумнее будет держаться вместе. Сами спасибо скажете, когда мы поймаем попутку. Нет! И спасем вас всех. Ну не иди, блядь. Ну почему? Почему здесь не дают выбор? Что это за хуйня вообще? Это тупо, блядь. Блять, это идиотски, это просто... Заблудились? Нет. Не понял. Мы опять тут? Как это возможно? Какая-то странная херня творится. Так, вот это не понял. Боже, то лишился гордости, то дорогу не найдет. Ты к чему ведешь? Ты голову потерял. Так не бывает. Не знаю, что вы пытаетесь доказать, так. Но у нас есть дела поважнее. Дэниел! Воу, осторожно! Аккуратно. Хватит прикалываться! Что тут вообще происходит?
Ебать. Мы пойдем вдвоем. Это уже не смешно. Подыграйте мне. Так, вот мы ушли в туман. И вот мы снова пришли. О, цикл. Охуенно. Что? Я в другую сторону шла. Это ловушка. Выхода нет. Я не понимаю. Точно. Мы шли в противоположную Ебать, сторону. Ебать, пиздец. Так, почему мы снова здесь? Ладно, знаете что? Пойдем все вместе. Мы пришли оттуда, значит, сможем туда вернуться. Блядь, а если нас разъединит сейчас? Очень прошу, держитесь рядом. Не отставайте. Я бы, кстати, в таком случае бы всем бы взялся Хотите, за руки. Хотите, чтобы мы гуськом шли? Ладно, ладно, иду. Я бы всем бы взялся за руки, типа, чтобы точно не потеряться. Чтобы, потому что сейчас нас может разъединить в разные места всех. Ой, блядь, не надо только. Ага. Так, раз, два, три, четыре, пять. Вроде все на месте, окей. Признаю, это немного странно. Не немного. Ну, я же говорил. Как я и говорила, это да ловушка! Да хватит паниковать, заебало. Отсюда не уйти! Что хватит. Нам делать? Успокойтесь, дышите. Тут должно быть разумное объяснение. А что с голосом? Может, мы погибли в аварии? Да, хорошая теория, но я уверен, что мы по-прежнему живы. Вы вроде писательское мастерство преподаете, не метафизику. Я знаю, кто во всем виноват. Это все из-за вас и этой дурацкой поездки. Охуеть. Бля, все, мы теперь она мне тоже не нравится. Теперь. Вы забываетесь. Все, она мне не нравится. Я не мог знать, что автобус перевернется. Она я не виноват. Хватит херню нести. Следите за тоном. Я пытаюсь понять, что происходит. Так же, как и вы, и все остальные. А ну, блядь, извинись перед старшим. Простите, не понимаю, что происходит. Я не могу понять. Все, как ты сказал, мы застряли в кошмаре. Тише. Все будет хорошо. Мы вместе найдем выход. Хорошо, Джон. Кто-нибудь думает, что справится лучше? Ну ты-то хули орешь. Заткнись. Заткнитесь все, Может, я думаю. Это глюк? Нам нужно выбраться. Давайте сосредоточимся. Немедленно. Можете все заткнуться. Согласен. Вот, вот все. Так вот, мы не найдем вот помощь. Это лучший герой. И не выберемся. Он прав. Взаимные обвинения ни к чему не приведут. Нам надо действовать сообща. Спасибо. Все правильно. Используем логику. Туман отделяет нас от автобуса. Угу. Но между нами и городом тумана нет. Значит, пойдем туда. В чем смысл? Удаляться от автобуса! А что там стоять, блядь, делать нехуй? Смысл? В автобусе нет ничего, что может нам помочь. Фактиш. А в городе будут люди, телефон, что-нибудь. Больно признавать, но он прав. Кроме долбанного города нам больше некуда идти. Вот и договорились. Ты уходишь? Почему старуха такая выебистая? Куда это ты? Давай, пойдем с ними. Пока все не поймем, надо быть вместе. Бля, почему я играю за нее? Она ебаный нытик. Идите за Джоном к городу. Но я буду, надо идти близко к ним, потому что я боюсь, что сейчас я отойду. А нахуй вы так пиздуете быстро? Почему ты сказал, что мы умерли? Думаешь, это возможно? Я в передаче видел, что мозг какое-то время работает, когда ты... того. Умираешь? Почему я последний, забудь. Блядь? Там не очень правдоподобно было. Кит! Не нравится мне это место. Хоть пиво без паспорта. Кит! Пошли со мной. Кит! Где котик? Где котик? Блядь, мне страшно, я быстро дойти. Пошли обратно. Пойдем в пизду этого кота нахуй. Ой, а кто это? А, это наши вроде. Блядь. Где кот? Не вижу кота, блядь.
где кот? Похуй, короче. Похуй на кота. Кот долбоёб. Hello, girl. А чё они, блядь, объединились? Шо с вами? Ребята, а вы чё? А вы чё, блядь, алло? А. Не уверена, что это хорошая идея. Что он сзади подстроился и стоит, надо, блядь, проверить. Внутри может быть телефон. Я зайду и осмотрюсь. В соло? Давай. Мы за тобой. Ой, Баля. Почему мы не идем с ними? Анжела знает, что мы мутим. Я уверен. Ты мой парень? Мы сейчас это обсуждаем? Блядь. Как будто у нас нет других, более важных проблем. Это правда важно. Как минимум для меня. Говорю тебе, Анжела все знает. И что? 100%. И что? Какая разница, блядь? Ну, знает она, и чё? О чем вы говорили? Чем какая, блядь, разница? И что? Она искала повод для сплетен, как обычно. Пусть думает, что хочет. Пусть похуй на старую бабку. Пусть думает, что хочет. Её это с ума сводит. Я еще не готова рассказать о нас. Но уже скоро. Ой, блядь. Обещаю. Как будто, блядь, этот... Что сделать, чтобы ты поняла, Юлик, что я тот, кто тебе нужен? Блядь. Мне нужно знать, что на тебя можно рассчитывать. Кому вообще ебут ваши отношения? Что всем ты похуй. Ты не подведешь. Догоним остальных. Тоже нашли время. Будем тут всю ночь стоять или войдем. Короче, мне нравится вот этот пацан в голубой толстовочке и профессор. Остальные все хуйня из-под ногтя. Просто говно из жопы пресно. О, блядь! Ёбаный в рот, блядь. Шлюха. Оу! Hello, boy. Блядь, здесь уютно. Мне нравится, прикольное место. И музыка классная. Бей, бьем его, ребят. Чехули он сидит. Эй! Здрасте. Здорово. Простите, мы ищем водителя нашего автобуса. Чё? Видели его? Это смешно. Что? Что с этим туманом? Он странный. Да, сегодня затянуло. Затянуло и не дает уехать. Да, знакомое чувство. Ебать. Вы тоже тут Извините, застряли? Что так ворвались. А наш автобус перевернулся неподалеку отсюда. Мы еще слегка не в себе. Мы конкретно не в себе. Да, заметно. Мужик вообще похуй. Я Винс. Здорово, Винс. Мне б зеркало. Интересно, есть тут хоть одно непокрытое вековое... Тут поможет выпивка. Спасибо, нет. Нужно мыслить ясно. А я бухну. Ну, оставлю тут, если что. Не, ну, безрассудство? А почему? Я бы бухнул. Чё, блин? Я бы не отказался. Да чё, нет, нормальная тема, блядь. Вот и все, блядь. Порядок. Вам не стоит сейчас пить. Ой, походу, я чё-то не то выпил, блядь. Это не пойдет на пользу. Я в порядке. Выпивка моё всё. Да зачем ладно, приехали? Ебало чуть, ещё, блядь, похуй. Little Hope уже не тот, что прежде. Так, ну всё, я набухался, теперь можно буянить. Что ты тут делаешь? Что вы тут делаете в одиночестве? У вас ведь есть причина быть здесь? Да? Да, у меня есть на это причины. Ну, мне как бы похуй, может телефон... Не, расскажи-ка. Не хотите рассказать? Не любитель болтать. Я похож на говоруна. Да. Оставим его. Кто тут только не ходит. Да что с ним не так? Есть в нем что-то странное. Он безобидный, просто выпил лишнего. Я тоже выпил чуть-чуть. Осмотримся. Должно же быть здесь хоть что-то полезное. Так, ну... Может, и найдется. Застрял в своем мире. Ебать, его въебало. Доска для дартс.
Я когда-то неплохо играл. Да, поиграйте без проблем. Спасибо. Я пойду осмотрюсь. Да что, давайте в дартс ебанем хули. Смотри, может к руке привести. Смешно. Я хоть пытаюсь выход найти, так. А ты чем занимаешься? Сыграем немного, а потом подумаем, как отсюда выбраться. Все давайте верно. Большой дабл или... Я не новичок, Дэниел. Целюсь в дабл двадцатку. Хуя! Ну, я хаба! Оп, блин, ладно, что-то вы можете. Ну еще бы. Я попал или нет? Теперь утроение двадцатки. Оп, на нахуй. Нормально. После такой ночки это почти олимпийский рекорд. На олимпийский в дартс не играют. Давай не выебывайся, блядь, а. Послушай батьку, блядь. Батька хуйни не скажет, дружочек. На, блядь. Офигенный бросок. Сосай, блядь. А вы лучше, Тейлор? Давайте вернемся к нашей я цели. Я самый лучший мужик. Бля, вот этот мужик мне нравится, он охуенный. В натуре мужик, бля. Я, вот это меня въебало, слышь. Не, слышь, тебя настойка вообще разъеб, бля. Меня въебало пиздец, бля. Это просто жесть. Я в дартс-то никогда не играл, прикинь. Ебать, как я вообще попал, бля, хуй знает. Я вообще в дартс не играл. По секрету, я даже не учитель. Я просто в автобус залез. Сука, школьник, иди чё, блядь. Так. Ну, блядь, осмотреть его хочу. Блядь. Да, блядь! О, ну, раз уж так близко. Блядь, ну чё я не могу осмотреть его? Ой. Да, блядь. Да... Ёбаное, блядь, управление... Повернись ты, ёбаный свет. Блять, какой же пиздец. Да блять! Да что это за хуйня, блять? О! Фух, блять. Нормальнее такое бывает. За компом, когда сидишь долго. Куда еще можно пойти в Little Hope? Иди нахуй. Выпивка дала в башку. Ну шо, давай как мужик, может? Ёпта. Да послушайте меня! Тише. Не нужно злиться. Что? Я уже ответил на все вопросы. Нам просто нужна помощь, чао. Слушайте, мы пытаемся выбраться отсюда. Я хочу домой. Я здесь как в ловушке. Помоги, блядь. Не заставляй меня злиться, нахуй. Ага, прямо как я. Ибо чё он синий пьёт, черничное какое-то варенье? Да, вот это я, конечно, наворотил дел. Ну и шо вы тут сели, блядь, м? Да все, пошли, короче. Так, посмотрю, что тут есть. Так. Газетка. Вытер... О, блядь, ебанать что ли нахуй? Mm-hmm. Я смутно помню, что тут произошло. Встреча завершилась. Все фабрики закрылись. Ага, город распустили. Окей, понял. Угу. Интересно. Город-то закрыт, блядь. А хули тогда мы тут делаем, вопрос? Ага, математика. ЛС 301-80-22. РТС 477-402. Ваши дети увлекаются астрологией, спиритизмом или призраками? Преподобный Карлсон расскажет зрителям, что следует обратить внимание. Фух, жарко, блядь, надо немножко помахаться. Фух. Жесть. Так. Письмо. 6 июня 1917 год. Невероятно. Они нам как братья.
А это не русские случайно? Некоторые лица выглядят знакомыми. Это же, ну, революция, 17-й год, все дела. Блин, что-то нихуя не понял. Нихуя не понял, блин. Эй, сюда. Уйдем отсюда и... Опа. Приплыли, блядь. Вы слышали? Да, точно слышал. Что-то. Что-то. Вы... это тоже слышали? Идем. Эти звуки были снаружи. Думаете, разумно выходить на улицу? Здесь нет ничего полезного. Ну да. Все равно я надо идти. Согласен. Ну скажи что-нибудь, мужик. Удачи. В поисках и всем прочем. Спасибо, чел. А ты куда? А, в дартс играть? Бать, у тебя тут развлекуха, конечно. Бэмс. Че, кто-то купил 2500, чтобы офнуть? Ебать вы долбоёбы, ребят, минус баллы. Лошара ебаная. Звук идёт из города. Старый пидор от нас закрылся? О, я осуждаю. Да уж, странный тип. Это еще мягко сказано. Да. Осуждаем. Зачем переть в эту глушь, чтобы просто поддать? В смысле? Да ладно, девчонка. О, ребята, ебать, сука, чуть не забыл. Чуть не забыл, у меня же сухарики есть. Старый от нас закрылся? Да. Что ты ждешь меня, бабка? Я тебя за руку брать не буду. Что ты зыришь, блядь? Так, ну-ка. А где все? Алло? Блять. Приплыли. А где все, блять? У меня дурное предчувствие. Есть такое, да. Разберемся. То, как возник этот туман, он странный. Смотри, что-то наебнулось. Бля, бабка, может прям тут тебя, а, бля? Ой-ой. Какая-то срань. Ебать. Так это же этот, скрипыш, блядь, из магнита. Нормально. Это что такое? Это скрипыши. Очень похоже на то, что Тейлор видел у автобуса. Джон говорит, они отгоняют злых духов. Ну, как ему пришла такая мысль? Кассирша так же говорят. Не знаю. Он профессор. Много читает. Должен признаться, мне любопытно, что это значит. С меня знаний хватит. Ой, спасибо. Там сзади, 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 сзади. Сзади, блядь. Извини, я тебя напугал? Не знаю, что страшнее. Это хреновина или твой зловещий интерес к ней? Слушай, я тебе могу сказать так. Многие в это верят. Многие до сих пор верят в сверхъестественное. После такой ночи ты можешь поверить. Да, бабка. Мало ли в какую чушь могут верить другие люди. Вот лично я не собираюсь. Я промолчу. Слушай, давай догоним остальных. Я больше не хочу торчать возле этой мерзости. А чего он так посмотрел на нее? Я тоже не хочу, но я боюсь, блядь, бабка. Можете постараться не отставать. А, то есть вы впереди? Я думал, что их все съели, блядь.
Блять, ебаный нахуй рот, сука, шлюха. Блять, ебать, блять. Бля, бабка в натуре, давай, бля, прям здесь у тебя тра. Ой, это я где, блядь? Ага. Смотри, огонь впереди, бабка. Пошли. Фух, бля, пиздец, что так страшно, нахуй. Пиздец. Блядь, ты ебаный в рот. Сука, иди нахуй, тупая игра, что так много страшилок, блядь? Эй, можешь подойти? Блядь, ебаная игра, что так страшно, сука? Что там? Я кого-то видел в лесу. Я никого не вижу. Я точно кого-то видел. Я точно кого-то видел. 100%. Прости, не верю. Ну кому придет в голову тащиться сюда посреди ночи? Давай остальных найдем лучше. Ладно. Нам нужно догнать остальных. Это не пятак. Вы двое. Что это? Что это? Что это? Рядом. Алло, алло, алло. Твою мать, вы что шутите, блядь? Что за черт? Блядь! Ты слышала? Что это такое? Супер, отлично. Мы в ужасе. Кто здесь? Кто бы там ни был, это совсем не смешно. Джон, где вы? Блядь. Дэниел, Тейлор. Джон, где вы там? Это не смешно! Пизда, еще будет страшилка. Аня, не будет. Бежим, бабка! Блядь, ебаный в рот, что так стрёмно, сука, блядь. Я ебал нахуй, что так страшно. Бля, бабка, натуре, может, давай последняя? Эй, подождите! Что это? Иди нахуй в школу! Бабка? Бабка здесь. Блять, я не хочу туда идти. Да. Ой. О, бабка. С этим туманом явно что-то не так. Будь рядом. Ёбаный свет. Чё так стрёмно, блядь? Камушки. Эй! Посмотри сюда. О, ну вот мы и порешили. Ясно. Что это такое? Это костёр, бабка. Не знаю. Куколка. А, ну давай. Блядь. Не надо. О! Понял. В принципе, достаточно. Ой, привет. Отпусти меня! Блять. Как твое имя, сударь? Джейкоб меня зовут. Вроде как. Я Эндрю. Я Эндрю. Эндрю? Я. А твое имя, госпожа? Ты кто такая? Почему ты так одета? Меня называют Мэри. Привет, Мэри. Я сама ее смастерила. Крутая. Она как та, что подле вас. Соизвольте поиграть со мной. Поиграть. Давай, давай, играть, хорошо. Ой. Поиграйте что со мной. Что за ведьмовские проделки, Мэри? Ой. Я ничего не сделала. Умолкни. Я вижу твою истинную суть. Преподобный Карвер не станет ратовать за тебя, прознавши, что ты якшалась с дьяволом. Мы... Эми, воротись! Вот вы где. Ой, здесь, блядь, были еще люди, ебать. У костра. Что? Я не вижу костра. Что за пиздец? Что так страшно, нахуй? Бля, мы были у костра только что. Я тоже видел. Сейчас сухариков съем. Вы в порядке? Тут пиздец, мужик. Здесь все не так. Что бы ни случилось, это в прошлом.
Вы не понимаете. Вас с нами не было. Не понимаю. Что именно там произошло? Появилась маленькая девочка. Из тумана выбежала девочка. Мы говорили. Может, вам это привиделось в тумане? Мы все на пределе. На пределе? Как же? Я видела танцующую девчонку ясно, как днем. Факт, сказал, ее зовут Мэри. Она выглядела, как девочка из моего сна. Да, она умерла, кстати. Но говорила со странным акцентом. Какой это был? Не знаю, я сама не смогла разобрать. Во что это мы тут вляпались? Какашку. Опа. Это Мэри... А что у меня с рукой? Она пыталась напасть? Ну... Блять, она может быть опасна, если честно. Может, замышляла какую-то пакость? Ты весь горишь? Девчонка что-то сделала? Нам нужно присмотреть за Эндрю. Все окей. Меня это... Боль уже утихла. Короче, я понял. Мы... Похоже, остается только если дорога в город. Если я буду про девочку хуёво пиздеть, то я буду умирать. А есть если идея нет, получше? То буду жить. То-то же. Надо ей подлизывать жопу девочки, тогда я буду жив. Пиздец, просто брат. Давай... Блядь. I'm old man. Страшно. Привет, рассказчик. Тут пиздец, прикинь, блядь. Тут девочка, короче, ебанулась нахуй. Она, блядь... Да, она меня только что напугала, и потом она мне, блядь... Да, события резко обострились. Да, и... Все хорошо в меру, разве только... Ну, она, короче, на меня напала, и потом она... Слабый разум смертным дан. Иногда мы радуемся, очнувшись после тревожного сна. Возможно, после смерти то же самое. Не знаю, MB. Maybe. В своих странствиях за долгие годы я многого навидался. Узнал о многих верованиях. И обычно в каждом есть крупица истины. Эти несчастные, похоже, столкнулись с явлениями, пока необъяснимыми. Ну, зловещие силуэты в лесу. Призраки прошлого, девочка, попавшая в беду. Или она и есть беда? На чем мы остановились? Я рассказывал историю, короче. Анжели не удается посплетничать с Тайлор. Она не говорит о Лиде. А что же Джо? Чего скипнут? Прирожденный руководитель? Возможно. Он лишь кажется таковым. Может, не знаю. А еще Эндрю. Вот это нормальный тип. Думаю, он сбит с толку. Но он ударился головой. Будьте спокойны. Некоторые ваши решения в будущем принесут плоды. Мне надо плоды. А некоторые окажутся... Да я уже понял, что я, блядь, всех сошёл. Мужчина в баре. Проку от него было мало. Как по мне, слишком невоспитан. Что-то явно беспокоит его. Хватит. В Литл Хоуп творится что-то неладное. Возможно, люди в беде. Идите же, развейте этот туман. Отыщите водителя автобуса. Водитель автобуса. О, а я подумал, утро наступило. Так, окей, мы видим какой-то дом. Это моя загородная вилла, кстати. Я тут отдыхаю с мамой и папой. Мы тут постоянно флексим. Эта девочка так странно говорила. Я с трудом понимала ее. Судя по говору, она наверняка не из этих мест. Напрашивается предположение, что она скорее из другого времени, а не места. Точно. Все возможно, парень. Где мои ребята? Порядок. Все на месте. Надо, блядь, за ручку ходить, сука. Бля, тачка, кстати, нормас. Зачет. Че, дома смотрим?
Бля, я боюсь туда подходить, сука. Блять, я боюсь эту хуйню. Письмо без адреса. Человеческое, да все, назад, блять. Бать, на кого-то ёбнули, блять. Че, а где все? А, вон стоят. А хули встали, блять? Пошли. Ебать, это походу... Слышала? Да это я пукнул. Что это? Нормально. Это какое-то мелкое ночное животное. Ничего опасного. Я бы не сказал, что мелкое, блядь. Надеюсь, по звуку так. Лев ебаный. По звуку это блядский лев. Так, все на месте? Ага. Видели? Какая-то зверюга. Да олень ебаный. Иначе что за хрень? Это олень ебаный, блядь. Сраный олень, ничего страшного. Блядь, ебаный. Может, свет. Оттуда обзор получше? Куда ты идешь? Не надо. Ну пошли посмотрим. Нихуя не видно. Города-призраки, Северо-Восток, Литл Хоуп. Город, в который вернулась природа. Воображение широких масс при упоминании о городе-призраке сразу всплывает образ заброшенной хижины, мимо которого катится перекати поле. Однако города-призраки встречаются на процветающем северо-западе США, в глубине лесов, забытые и отданные во власть природы. Ага, скрытые глубины Литл Хоуп, заброшенный город. В этой серии Кейт Уайлдер срывает маску зодиака, но поможет ли агрессивный метод расследования выяснить новый факт об известном убийце. Окей. Питбуль, я бабка. На, я та самая бабка. Питбуль, я. Бля, ты ничего. Держишься? Не знаю. Это нормально. Как думаешь, что с нами произошло? Смэш. Я думаю, мы в опасности, чал. Думаю, мы в опасности. Это место чудовищно странное. Да, согласен. Что он скрывает? Блять, ёпта, я не могу даже подальше. Надо сохранять спокойствие, чувак. Мы найдем выход. Надо сохранять позитивный настрой, потому что паника никогда еще не помогала. И я лично не собираюсь тут торчать даже минутой дольше, чем это абсолютно необходимо. А где Поддерживаю. Все? Поддерживаю. Спасибо за разговор. Там чел стоит. А, это они, наверное. Фу, блядь. Ой. О, это must have. Пошли отсюда. Бля-бля-бля-бля, бежим нахуй отсюда, быстрее. Ребята, там пиздец. Уходим. Бля, ёбаный свет какой-то, блядь. Просто леший вылез, ёбаный. Сраный, блядь. Мне страшно, блядь. Ну, кто-нибудь возьмите меня за ручку. Пожалуйста. За ручку. Шо это такое? Ой, блядь, что будет страшно. А, не будет. Историческое общество Литл Хоуп представляет ведьма Эдмонтона, пьеса Уильяма Роули. Нормально. Ай, не надо. Может, это связано с тем, что мы видели? Это вариант. Ну, это вариант. Блять. Мне страшно. Я предлагаю еще минут 10-15 и это, и заканчиваем. Потому что, чтобы, ну, потому что ночью мне нельзя шуметь. Реально. Мне ночью нельзя шуметь. Возьмите за ручку меня, пожалуйста. Мне очень страшно. Я не могу...
Кто-то знает, зачем я вообще играю? Просто издевательство ловлю бесконечное. Просто фан какой-то получаю, блять, от этих издевательств. Я не знаю, нахуй. Ну, типа, это ж ненормально, нахуй. Это ж ненормально с такой игрой, нахуй, блять, получать такие результаты ебанутые, нахуй, не иметь никакого шанса на игру просто банально. Банально не иметь даже шанса участвовать в игре. Просто и не имеешь шанса участвовать в игре надо мной. Просто издеваются, как хотят, блять. Просто издеваются, как хотят, блять. Я проигрываю на 7К, на 7К, когда максимальный рейтинг там 15 тысяч, нахуй, не имею шансов ничего сделать, просто банально. Просто смотря плод, просто смотря сюжет. Наверное, нормально, нахуй мне. Нормально мне, нормально играю, блядь, чё. Хорошо играю, блядь, просто. Просто сижу, терплю, что хуйсосы ебаные хотят делать со мной, блядь. Я на них еще больше пизжу, им это от этого нравится, что я на них еще больше пизжу. Они этим пользуются как элементом того, что я на них пизжу. О, блядь, нахуй, ты на нас пиздишь, блядь, нахуй, за то, что ты по факту получаешь, блядь, отвратительная рола, нахуй. И на тебе, получай еще больше, ты же на нас пиздишь, еще оскорбляешь, нахуй, как хочешь, нахуй, блядь. Охуенно, блядь, удобно, замечательно просто. Замечательно устроились просто, замечательно. Замечательно, чё. Просто, блядь, унылые твари. Ёбаные унылые твари, нахуй. Ни в одной игре я не могу ничего сделать. Мне просто ёбаную показуху в каждой игре показывают, нахуй. При том, что я ничего не могу сделать, блядь. Ни единого шанса что-то сделать. Смотрите на эти результаты, нахуй. Смотрите, нахуй. Один день, нахуй, блядь, 6 игр дают... Позиции 3-4-3, блядь, которые я не заслуживаю, я заслуживаю топ-1 даже в них, нахуй. То есть мне дают, блядь, чуть-чуть подняться, нахуй, в рейтинге. И опускают, нахуй, блядь, просто на 7К, на 7К, нахуй. На 7, блядь, К, нахуй. На 7К, блядь, когда у меня топ-1, блядь, когда у меня 15К. Ёбаные твари! Что они делают, блядь? Это ненормально просто.